И несколько человек заболели коронавирусной инфекцией в красноярском пансионате «Ветеран». Роспотребнадзор уже начал проверку в учреждении, однако сколько именно случаев подтвердилось, пока неизвестно. Министерство социальной политики пояснили, действительно, нескольких пожилых людей увезли в СМП, но не с коронавирусом. Диагноз подтвердился позже. Всем пациентам за 80. Сам пансионат еще с апреля работает в особом режиме. Посещать постояльцев запрещено, а все сотрудники за несколько дней до начала смены обязательно проходят тест на COVID-19.